Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Максим Бодренко. И в этом видеоуроке я расскажу, как настроить бандикам. Ну что же, давайте начнем. Когда вы запустили бандикам, у вас будет настроено именно так, как и у меня сейчас. Как вы видите, что мы сейчас будем здесь делать. Так, заходим в вкладку «Видео». Видим такие квадратики. Галочки ставим «Старт-стоп», ставим галочку. Паузу нам не надо, без курсора. Курсор — это... Ну, если вы будете, конечно, снимать туториалы, то курсора не будет видно. Значит, нам курсор не надо. Эффекты щелчков. Щелчки — это прицветка мыши самой. Она находится вот здесь, эффекты. Вы можете здесь все настроить. Но нам это тоже не надо. Переходим в вкладку «Настройки». Есть тут размеры. Выбираем размер 1280 на 720. Это размер самого YouTube. FPC, это тоже нам не надо. Кодек. Кодек MPEG-1. Это самый оптимальный кодек. Ну, это самый считается лучший кодек. Выбираем именно этот. И проверенный. Качество 100 максимально. Каналы стерео. Частота 48 тысяч. Кодек. Еще здесь один. Это уже в звуки мы зашли. Кодек MPEG-1L2. Выбираем. Ну, его лучше, конечно, не выбирать. Выбираем PKM. Потому что если вы выберете MPEG-1L2, могут случиться там какие-то неполадки. Ну, в том же случае, когда вы загружаете само видео в Sony Vegas Pro, не может производиться аудиодорожка. Ну, такие случаи. Значит, выбираем PKM. Все, подтверждаем. Заходим в вкладку «Настройки». Именно здесь. И в «Звуки». Здесь мы можем убрать общая звуковая дорожка вместе с основными устройствами. Убираем. Окей. Цель. Область экрана. Ну, это с самого экрана, которого вы снимаете. Самого рабочего стола. Окно DirectX OpenGL. Это когда вы снимаете какую-то игру. Сейчас мы снимаем видеоурок. Значит, нажимаем на область экрана. Ну все, ребята. В общем-то, я вам все помог. Вот мы и настроили наш бандикам. Ребята, если вам чем-нибудь я вам помог, ставьте лайки, подписывайтесь. Все, ребята. Пока-пока.